море зелени справа и слева, как будто такое ощущение, что сплошные леса. Так оно и есть, только они наполовину вырублены уже. Все застройки. Ну, во всяком случае, виды здесь очень красивые, очень зелено, все классно. Лес, кислород, легкие планеты. Красочно, зелено, живи, радуйся. Каналу эту Эда Халилова, конечно, большое спасибо ему за его жизнедеятельность, за его творчество, за работу, за прекрасные видеосюжеты с отличными разъяснениями, комментариями по поводу всяческих ситуаций жизненных, предупреждений их и их последствий. Очень полезный канал. Эд Халилов. Регулярно смотрю. Все по существу толково, правильно. Привет всем, кто из Байдаков. Смотрят ли мои друзья, знакомые? Тут множество людей подписано, кто из этих мест. Им интересно посмотреть, как живет их родная сторона, их деревни, места, где прошло детство. Для них сюжеты снимаются. Да, для всех, кому интересна природа, творчество, работа, кошки, гуси, собаки, птицы, все на свете. Трактор. Как говорит мой брат, распилил ТВХ, и вот тебе счастье. Но это не счастье, а радость. Радость тоже хорошо. Когда нашел выход из ситуации какой-то, тоже нормально. Всем здоровья, добра, хорошего самочувствия, оптимизма и бодрости. И всего наилучшего по жизни. Оптимистичного отношения, насколько это возможно, ко всему окружающему.